Карапуз представляет. Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет о наших любимых машинках. И мы с вами продолжаем знакомиться, какие же бывают машинки. Особенно машинки спецпредназначения. Что значит спец, мы помним. Вот у нас машина пожарной, скорой помощи, милиция и МЧС. Также в нашем городе есть такси, оно, как правило, желтого цвета. Вот грузовая машина, продукты. Вот у нас экспресс-доставка грузов. Есть легковые машины, есть грузовые бензовозы, а также вот такие большущие самосвалы. Но речь сегодня пойдет о еще одной очень интересной машине. Мы часто видели в городе, что ездят какие-то военные машины, но не то чтобы танки. И не то чтобы броневики какие-то, а специальные военные машины. Они и следят за порядком военных. Итак, друзья, представляю вам супермашину. Вот такой вот микроавтобус военный. Посмотрите, какой он специально защитной окраски. Сейчас мы его вытащим из коробочки и посмотрим его поближе. Так, машинка у нас инерционная, мы видим. Также есть вот мигалочки. Смотрите, друзья, внизу ярлычок и лючок для батареек, значит, наша машинка может издавать звуки. Так, здесь открывается дверь. Сейчас, вот так. Вот открывается дверь, сюда могут садиться пассажиры. Так, теперь откроем мы эту дверь. Тут у нас сигнализация. Машина под охраной. Ага. Вот. Моргает и сигналит. Пропустите нас. Она также оборудована спецсветом и спецзвуком, что дает преимущество ей в движении. Вот. Так. И теперь она будет помогать, чтобы соблюдался порядок в городе с военными. Вот какая машинка. Смотрите, и важная, и вроде незаметная. Ага, вот она уже и нашла военного. Ты что, потерялся? Да, немного позаблудился. Садись ко мне в машину. Я тебя срочно доставлю в часть. Вот спасибо. Вот замечательно. И так они отправились в свою часть. Вот такая, друзья, сегодня была у нас новиночка. Вот такой обзорчик на небольшую военную машинку. Почему военную, вы уже поняли. И она тоже очень полезна в нашем городе. При помощи нее у нас будет всегда порядок с военными, даже военными нарушителями. Такой у нас сегодня рассказ, такой вот обзорчик замечательной машинки. Всем всего хорошего, не скучайте, до скорых встреч, до новых машинок. Пока! Не забывайте ставить лайки, а также выбирайте и нажимайте в окошках новые видео. И подписывайтесь на наш канал, мы будем очень-очень рады!